Лучше 10 отжиманий. Оставьте мячики в покое, 10 отжиманий. Сашка, ты рыбка. Пацаны, только не делайте очень быстро, потому что я понимаю, что вы очень быстрые, но когда проверяешь, вы двух раз не можете сделать. Оставьте мячи в покое. Так. Пресс. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патрон. Чинч. Шаса. Шапта. Хоп. Ноу. Зече. Так, приседания, зече. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шасе. Шапте. Опт. Ноу. Зече. Хорошо. Шею качаем. Пошли 10 раз. Уну. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шасе. Шапте. Опт. Ноу. Зече. Фокус. Нормально. Авто. Так, встали. Вторая игра. Приготовились. У всех 0-0. Чемпионат мира. Хаджиме. Как же мне отформатировать? Легли на живот. Легли на живот. Положили мячик, легли на живот. 10 с кулаками делаем. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Пресс. Складывание делаем. Это значит, вы поднимаете руки и ноги одновременно. Сус. Вот как Миша. Посмотрите. Вот так. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патру. Шасе. Шапту. Оп. Ноу. Дети. Хорошо. Шею. Здесь чего? Пошли. Не надо мне на колени становиться, лысину делать. Борцовский мозг. Значит так. Переворот, забегание. Переворот, забегание. Пошли. Три вправо, три влево. Переворот, забегание. Техника безопасности. В какую сторону надо? Техника безопасности. В какую сторону ногами надо падать? В какую сторону броски делать? Встали в стойку, заправили, одели пояса,
Еще раз, у кого будет пояс развязан, будет иметь без пояса, без кимоно буду наказывать. Как можно быть дзюдоистом и не ходить в кимоно? Это родная одежда. Одно дело, она мокрая вся, так это другой разговор, а у вас она сухая. Это все равно, что ты на плавании сказал, ой, мне неудобно, плавки снял и стал ходить без плавок. Да, Саша? Так, приготовились к приседанию. Ваши здесь чего? Ваши уно, дой, трей, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, здесь. Тебе в два раза меньше вообще. Так, приготовили, взяли мячи. Третья игра в эпическую игру. Хаджи. Алло, Макс, ну пойду, ты слышишь? Ну, беру, хай, можно? Перевороты, забегания, ногами наружу, печорала, как наружу? Инофары. Печоры, инофары. Аджа, а ты шею качай. Пошли три вправо, три влево. Спиной не касаемся, спиной коснулся, не считается. Что ты делаешь, Маша? Ну, возьми отсюда, раз, два, три. 5. С этой стороны поставь раз, два. Поставь ладонь сюда. Раз, сюда, два. А то лысина будет. Хорошо, Мате. Так, пресс у нас. Легли. Значит, еще раз. Делаем так. Отсюда встаем и достаем руками татами. Ложимся, ноги поднимаются, достают сзади татами. То есть сначала то руками татами, то ногами татами. Вот сюда, пошли, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, Саня, ты загревался? Нет, девять, десять. Хорошо, встали. Так, становимся вон туда.
мячики оставь, туда оставь. Оставь его. Оставь его, не трогай. Куда ушли? Так. В лесу были? Да. Зайцев видели. Вперед, прыгаем сюда ко мне, как зайцы. Хорошо. Зайцы так не прыгают. Назад. Назад, все туда. Я вижу, что прыгает буга, Михаил. Но я не вижу, чтобы заяц прыгал. Значит, ручки здесь держат. Аджин. Саня, давай. Рыбка, блядь. Прыгай хорошо, блядь. Ушли обратно. Вот любит троицу. А сейчас, как Саша, как рыбка прыгает. Вот что, Саня? Ой, рыбка еще не сыграется. Пошли. Это не рыбка, блин, это ноги назад, ноги вместе должны быть. Готовы? Один. Хорошо. Так. Этот, Саша, Николай, возьмите маску, ставьте вон туда. Вы играть любите? Какой футбол? Ставьте вот сюда. Так, ставьте вот сюда. Вот сюда, да. Нет, нет, нет. Сюда чуть-чуть, сюда. Еще. Блин, вот так, да, все. Значит, внимание сюда. Сели на колени. Слушай, не надо. Ты делаешь, другой отвлекается. Получается что-то. Я могу. Меня это волнует, можешь ты или нет. Но все делать вовремя. Если хочешь кушать, ты идешь на кухню и кушаешь. Ты же не идешь в туалет. Значит так, то же самое. Мяч забивать не ближе. Вернее, не дальше. Вот есть ремарка. Раз, два, три. Можно только отсюда забивать. Там вы должны мотаться. То есть вы не имеете права забивать отсюда. То есть шел и... Объясняю почему. Вы играете не очень хорошо. Поэтому все ваши мячи будут лететь наверх. Раз. А раз они летят наверх, по стенкам, ну значит стенки тогда портятся. Все, встали. Пошли, один на один, каждый сам с собой. Так, я потом покажу, кто с кем, может, разобью по-другому. Хаджина, играем в футбол. Мотаемся и забиваем. Стоп. Рыбка не падает, только на ногах. Пошли. Еще считаю. Тормоза. Уходи. Так, стоп, уберите этот мяч, вон тот возьмите. Убери мяч этот. Вон мяч. Убирай мяч все. Маша, убери мяч туда. Да что ты споришь, бери, играй, все. Вот он, блин, будет спорить стоять. Санчик, я тебя прошу, играйте там, вон там играешь.
Конечно, считаю. План даже был. Стоп! Заправь. Майку, заправь туда. Ну, убери это самое туда. Заткни ее. Три. Будьте аккуратны. Не считается. Я знаю. Три мата должно быть. Вот когда остаются три. Встречать надо там, а не здесь. Там надо встречать ее. Стоп, иди сюда. Иди сюда. А ты где туда? Еще раз. Раз, два, три. Оттуда бьешь. Не отсюда. Вперед. Правильно, а как что делать? Что должен делать? В туалет идти, что ли? Спасибо, мультян. Да играй ты, что ты споришь? Забей на один мяч. Забил мяч, тот и выигрывает. Последний, кто забил, тот и выигрывает. Вот. Ты сейчас выигрываешь. Вот пусть он отыгрывается. Куда ты ушел? Вот здесь встречаю. Возьми, стоп, Миша. Возьми эту штуку и закрой. Миша, возьми вот эту и сюда. Вот возьми отсюда, вот отсюда, Миша. Поролон засунь туда и поставь. Подальше. Его и майку поставь туда. Ну, чтобы не вылетало. Сейчас и так. На три. А что я не напомню, чтобы все? Да ладно, ты меня сейчас вообще как бум. Сторону. В конце поставь?